Уже завтра, 28 октября, начнется демонтаж разворотного трамвайного кольца в районе Дома быта. Это еще один этап, нужный для завершения масштабной реконструкции путепровода на Новом рынке в срок. МУП «Горэлектротранс» проведет разбор этой контактной сети и потом уже разбор, непосредственно демонтаж самого разворотного кольца. А после этого уже приступит непосредственно к работам по соединению рельса шпальной решетки трамвайных путей, и подрядчик «СанДСУ-4» уже приступит к восстановлению проезжей части по проспекту Ленина, соединение с путепроводом. В связи с этим изменится движение общественного транспорта. Трамвай номер 3 теперь не будет заезжать на проспект Ленина и продолжит движение по северо-западной сразу к проспекту Калинина. Однако без транспорта участок на проспекте Ленина не останется. Он обслуживается троллейбусными маршрутами номер 1, 6 и 7 и автобусами номер 6, 24 и 53. Специалисты города обращают внимание барнаульцев, что для них по-прежнему действует электронный пересадочный тариф. Однако воспользоваться им в электротранспорте они смогут один раз, либо для пересадки на троллейбус до Дома быта, либо для проезда на трамвае со стороны торгового центра «Пионер». Новая схема движения будет действовать до завершения всех работ на путепроводе. Открыть мост для движения должны до конца ноября. Все каналы. Thank you.